Друзья, мы вас приветствуем на самом классном канале. Мы, как всегда, в работе. Директор, привет! Привет! Как дела, зайчик наш? Моим... Ты куда едешь? В садик. Садик? А потом я еду в водоканал. Нам нужно будет перекинуть наш новый водопровод. На счетчик. Знаем, поедем и приеду, я вам там все расскажу, все покажу. Мы продолжим, так что оставайтесь, да. Ну что, мои дорогие, вы частенько, да, задаете очень много вопросов о покупке нашего будущего дома. Мы уже, конечно же, много посмотрели. Не так давно нам написал подписчик и сказал: ребят, почему бы вам не дать объявление о покупке того дома, который вы ищете? Так вот сейчас я сижу и составляю объявление. Ну и, конечно же, не хочется на это тратить очень много времени. Я воспользуюсь и напишу ее с помощью Яндекс.GPT, приложение Яндекс Алисы. Алис, придумай объявление о покупке двухэтажного дома, чтобы были большие окна, просторная терраса, а та же территория, где можно посадить цветы. Ну что, не прошло и полминуты, наше объявление готово. Как же здорово, все просто и быстро. Идея готова, сейчас ее быстренько опубликую, а кто еще не знал об этом навыке приложение Яндекс с Алисой, то, пожалуйста, пользуйтесь с удовольствием. У нас хорошие новости. Был я в водоканале. Че, барабак? А? Собака. Так, а ну место. Че такое? Так, что, нам дали добро на то, что мы перепаковали наши трубы на счетчик. Вот, и завтра девочки приедут, опломбируют, может даже сегодня. Для этого что нам нужно сделать? Ну давайте о том, что мы сделали, вот, чем мы занимались. Вот, занимались мы, да все стандартно. Вот, монтировали наш новый водопровод, это 25-я труба, полипропилен, плюс утеплитель. Вот так все это дело мы прокинули, вот такая у нас линия получилась. Вот так идет. Вот, и здесь у нас немножечко а-ля колхоз. Так, вот здесь труба, которая у нас заходит в дом, мы ее закопали, упаковали. Она немножечко, да, у нас стала выше. Сейчас, знаю, будут комментарии, почему трубу так высоко ты сюда запустил, почему ниже ее не опустил. Я сделал там двойное утепление, с ней ничего абсолютно не будет. Также вот здесь снизу. Вот. А что ее ниже опускать, если у нас насос, да, насосная станция будет стоять на этой высоте, то бишь вот эта труба, это, она будет заходить, это подача идет в дом. Оттуда будет брать, а сюда подавать. Утеплим двойным утеплителем, и здесь ничего не будет мерзнуть. Не промерзнет, полностью все сделаем. Тем самым конденсата не будет. Что мы сделали? Стандарт, чтобы мы без дома не остались, вода была. Вот это наш старый водопровод. Вот он, да? Ну, так все то же самое осталось, я ничего не брал. Просто взял кусок трубы и пустил сюда, временно подсоединил. Вот, мог сразу подсоединить вот эту трубу, но везде нужно брать соглашение, писать заявление. Сейчас привет скажет: да ты, может, тут уже 2 недели без счетчика мотаешь тут, знаете. Вот, поэтому если вы что-то даже повредили пломбу, едете. И у меня так было с газовой, по-моему, 2 раза опломбировали. Свет было, я срывал. Сразу звоните, пишите заявление, чтобы вам никаких претензий не было со стороны водоканала, газа, райгаза и прочего. Я приехал, сказал: так и так, мне нужно перепломбировку сделать. Написал заявление в связи с ремонтом водопровода. Вот, и все хорошо. Разрешили снять пломбу. Теперь все. Теперь что? Ничего, я эту трубу перепаковываю вот на эту. Ну, муфточку поставлю. И все. Этот водопровод нам не нужен. Мы его подсоединяем, как раз у нас здесь снаружи. Мы его подключаем. Ну, вероятность, что где-то закапает, вообще нулевая. Потому что тут даже, я не знаю, самые кривые руки, то, наверное, не смогут сделать так, чтобы как-то, ну, была течь при спайке полипропилена. Единственное, ну, не нужно это перегревать трубу. Кто-то любит прям нагревать, прям, знаете. А потом она там сужается, у нее проход, да, и, соответственно, сами понимаете, не есть хорошо. Вот не нужно перегревать, все спаивается прям вообще на ура, железно. Подключаем, проверяем счетчик, к счетчику подключаем, потому что нам нужно будет затянуть его. А дальше мы уже не сможем тянуть, там же вставляется пломба и все. Вот. И у нас водопровод здесь у нас сверху находится. Нам ничего не мешает, чтобы копать траншею под наш новый водопровод и, соответственно, копать яму под наш новый септик. Здесь нужно будет сделать крепление под нашу станцию, уголки, я уже сказал. Ну, станция же включается, она дребезжит. И к стене прикрепим, тем более с такой
толстой стеной. Вот почему не крепить. Я еще не знаю, комментарии еще ваши не читал, обязательно их почитаю. Немножечко мы вот на день сопережения пишем. Ну, все в работе. Вот, поэтому попозже, если будут какие-то вопросы, у вас мы обязательно это ответим. И сегодня мы, наверное, снимем защитную пленку нашего забора полностью. Вот, установим оставшиеся два колпака. Вот, снимем пленочку, наверное, установим наши закладные. И кто его знает, может, успеем и установим наши привода. И уже открывать с пульта, а не вот на струбцинах. Вот так это все дело здесь держится. Не есть хорошо. Вот, ну ничего, ничего. Плюс надо будет уже узнавать насчет брусчатки. С переливом такую серо. Интересная она есть. Ну там добавляется пигмент. Пигмент не в саму брусчатку. Не, понятно, в самой брусчатке есть, а сверху у них идет покраска какая-то заводская, определенная. Вот. Просто не знаю. Я мог бы и сам эту брусчатку все сделать. Просто не знаю, как с покраской будут дела обстоять. Если плохо покрашу, соответственно, и краска должна быть хорошая, чтобы не выгорала, да, со временем, чтобы это все не облезло и все эти труды не были напрасны. Вот. Поэтому, да, я все-таки за качество. Вот. И есть завод неподалеку, здесь у нас соседней республики, в городе прохладно, кстати, оттуда у нас есть тоже наши прекрасные зрители. Большой привет. Поехать посмотреть. Машина сюда, в принципе, недорого стоит. Ну, с учетом того, если мы привезем на весь двор манипулятором, да, не нужно будет нам разгружать на возле двора. По ребрике я, наверное, сам буду делать, потому что у них стоимость не дешевая, а себестоимость не очень дорогая. Если взять виброплиту, стол, форму, то по ребриков можно столько наделать, а нам их нужно очень много здесь, очень. Нужно посчитать. Короче, машина будет стоить где-то в районе 10 тысяч рублей. Вот. Я не думаю, что это дорого. С учетом цены мы договоримся по-любому. Вот. Тем более объем не маленький. И ну, скидка будет. Вспоминаю этот комментарий, когда говорят, ой, ну зачем просить скидку, что вы унижаетесь. Там мы в Сочи делали ремонт. Вот. И я проехался по всем базам. Ну тогда и бюджет у нас был вообще прям ограничен на самом деле. Старались где-то экономить, что-то подешевле покупать. Я объездил все базы, все цены. У меня вот такая толма, там книжка, я все переписал. И это уже был район, уже забыл. Самый район с пробками. Мы там первый раз, кстати, жили, мы сняли квартиру, там долго не прожили. Да как же его, перед ЖД вокзалом, вот мы когда по Ленина едем, если я не ошибаюсь, Ленина, и направо мы уходим, если ехать с Садлера, с Нового века, проезжаем и поворот направо, это как же ее, прям в голове крутится, многоэтажки, там очень много баз, там как раз этот СДЭК, по-моему, находится, Гастелло, о, точно вспомнил. Там просто вот на эту улицу заехали не в то время, да, и можно просто вот часами выезжать. На самом деле пробки просто там ужасные, ужасные пробки. И там была база строительная, я заехал, он такой, ну что, все объехал? Я говорю, да, ну все, иди сюда, говорит. Что там? Я говорю, тебе по-любому дешевле, говорит, сделаю вообще. И я ему цену говорю, он мне говорит, я тебе вот здесь, я тебе столько скину, я тебе столько. Я там сразу затарился, мы тогда привезли 12 или 14 тонн я купил. У них материала, это все было, это уже была готовая стяжка, это уже были блоки на перегородку, там уже был, да все было, короче. Вот, полностью под черновые работы, по-моему, штукатурка и прочее. Существенная была экономия и в скидке была, и в доставке. Если вам деньги просто так достались, миллионы, может быть, там, в наследство, вы их никогда своим трудом не зарабатывали, вообще не понимаете, что это такое, то, конечно же, для вас это может вообще просто мусора. Там какие-то там 100 тысяч, 200, вы их так тратите, как бы, как сказать. Это дело ваше, я не собираюсь чужие деньги считать. И свои понятия в торговле, тем более мы знаем, что такое торговля, мы этим занимались больше 10 лет. И когда вы закупаетесь у поставщика, даже мы берем просто Китай, понимаете, когда цена начинается от 100 долларов и заканчивается, понимаете, 20 долларами. Здесь разница есть при поставке, при объеме товара, тем более если вы торгуете оптом, да, то, друзья, поверьте. Поэтому, ну, я не знаю, кто, наверное, связан с торговлей, вряд ли бы об этом написал, что там. Вот. Так, ладно, это все хорошо, все прекрасно. Торгуйте, зарабатывайте. Мы погнали дальше, работать, все увидите, все узнаете, будет смачно, интересно. Вперед!
это тарушечки. Кстати, кто-то написал, что такое тарушечки, тарита-та, вот вы постоянно повторяете. Вот, ну это что-то вроде, знаете, вот, все будет хорошо, все вот, а? Так, 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 так. Ну что, смотрим на нашу красоту, а? Красотища, а? Четочка. Сейчас знаете, что захотелось? Взять керхер, туда пену пройтись и помыть прям весь забор. Вот, потому что такую красоту как не помыть, а? Смотрите. Красота, красотища. Так, что мы сняли нашу защитную пленочку полностью из вот с внутренних колонн, где у нас уже ворота стоят. Поставили мы два колпака, вот такой один. И вот тут у нас вот там второй. Вот у нас все уже теперь. Все, четочка. А? Четко, да? Четко все посмывали. Здесь чуть-чуть заляпали. Я же говорю, вот это нужно будет ополоснуть. Вот, видите, белое вот. Клей осталось. Все, все, чуточка. Ну вот здесь, видите, вот такие, как сказать, это где я приваривался. Ну, вот такие чуть-чуть белые вставочки будут. Вот. Либо нужно будет вот так это все вырезать и вот этот сантиметр добавить. Но я не думаю, что здесь так сильно прям глаза бросается. Вот. Также, к примеру, и на воротах у нас все получилось. Вот здесь у нас вот так все. А? Все мы закрепили. Все, вот такая вот красота. Последний ряд я не стал пленку снимать, потому что, ё-моё. Ух ты, здесь еще будут вестись земляные работы, копать и стенку не хочу, знаете, мазать. Вот потом нижний ряд уберу и у нас все будет чистенько. Еще знаете, что планирую? Здесь поставить тройник. Здесь, да, что такое, я куда уезжаю? Здесь 25-я труба, а выход на 20-ю сделать и вот так ее прокинуть. Вот сюда. Вот так мы прокинуть, я уже купил ее. И вот здесь вот такой мини-колодец сделать. Мини-мини вообще. Вот установим кран и здесь для полива возьмем воду. Машинку помыть, чтобы нам не тянуть шланг. И там тоже будет кран. Ну и здесь, чтобы выход был. Вот. Выход был уж так. Большой не надо. Здесь буквально так взять колодец, я не знаю. Вот такой сенький. Небольшой, да? Я взял кран, знаете какой? На полипропилен я его сейчас посажу. А его здесь, наверное, нету. Не полуоборотистый, а вот такой. У него здесь вот эта внутренность меняется. И все, выкручивается, новое вставляется. Кран, с краном ничего не происходит. А что-то может произойти, там только у нас получается переход, полипропилен, да, и резьба внутренняя. Вот это все мы меняем и все. В плане, я говорю, колодец не нужно делать, чтобы там что-то перепаивать. В случае чего, даже если кран у нас сломается, мы вот эту выкрутили, поменяли, обратно вкрутили. Ну сколько нам здесь надо? Ну сантиметров 30 максимум. Вот как сделать ревизию. Вот это кто не знает, вот с пеноплексом, видите, такой же колодец можно сделать. Вот. У нас там вот лючок. Это ревизия под канализацию с дома мы выводили. Вот такой лючок оставил, поднял, потом сколько надо, обрезали мы. Ну, со временем, да? Когда все засыпем. И все. У нас там есть там будет розы, газончик, там даже капельный полив. Мы оттуда можем подсоединить, и все, проблем у нас никаких нет. Поэтому я такой, знаете, за то, чтобы вода была как розетки в доме, везде. Вот, везде можно будет подключиться. Честно, не хочу вот эти шланги таскать. Ну, удобно же, раз у тебя есть вход. Раз, 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 и все, один раз провели и забыли. Вот такая красота у нас получается. Ну и с уличной стороны вот так все это выглядит. Да, я не забыл, помните, со стороны соседи у нас тоже есть отделочка. Вот так все это выглядит. Все четенько, а? Все красота, еще ворота вторым рядом зашьются и вообще прям будет, а? Пушка, бомба, вот эту кучу разровняем, земли насыпем, отливчики еще снизу кинем и оторушечки, а тари-та-та, все будет четенько, а? Красота, красотющая, все четенько, это уже говорил, под привода, теперь нам сюда нужно сейчас установить закладные. Пойдут сверху у нас, потому что они должны быть наравне вот крепления с привода с перемычкой вот этой нашей профилем усиливающим, они вот так джик. Ну я возьму эту инструкцию, где куда нужно, на каком расстоянии, там все написано, измерить, где их установить, вот и поближе сюда, сюда, там уже будет видно. Они у нас уже готовы, я уже их показывал, мы их забабахаем. Вот, но до этого сейчас мы закончим водопровод, потому что завтра приедут нам опломбировать, заодно нам нужно будет проверить, чтобы у нас сейчас
чтобы у нас там ничего не капало. Вот, переподключимся сюда. Вот сюда мы переподключимся на уже наш колодец. И надо будет пересадить розы, сделать разметку под, ну, под лопату можно будет выкопать под наш септик будущий. Сделать разметку под водопровод, чтобы я позвоню человеку с мини-трактором, вот этот чик-чик-чик приедет. Чтобы я ему уже место обозначил, он уже работал. Он уже работал, все делал. Вот, короче, так, как-то так. Вот. А тем временем, как он будет работать, я не знаю, я же говорю, может, я воротами займусь. Поставлю автоматику и прям уже все доделаем. У нас, считайте, уже все почти. Ну, там отливчики вот эти с улицы. Но это грунтом, когда мы засыпем, привезем грунт. А может, отсюда много будет грунта. Септик, где мы будем копать, мы его будем вывозить там, засыпать. Вот. Нормально вообще. Прям мне понравилось. Все. Четко. А? Четко. Атарь-та-та. Атарушечки. Опа. Ой, не соврать. Человек 100, наверное, был. По именно забору, по отделке спрашивали. Кто-то уже взял на вооружение. И мне недавно ребята приезжали. Сказали, кто-то уже у нас в станице, в районе, с такого же материала начал делать себе забор. Я еще, правда, не знаю, где. Где он находится. Вот, узнаю. Может быть, подъеду и вам покажу, как вот... Вот эта красота заразительная пошла дальше, и уже кто-то у себя тоже вот такую красоту делает. Не знаю, мне все понравилось, безумно просто, обалденно. То, что мы планировали, то, что мы задумывали, мне кажется, все получилось на самом деле. Вот вы говорили, поставь обычный какой-нибудь забор, профлиста, я не знаю. А потом вот здесь, когда мы тоже штакетником, да, серым, еще покрасим, а-та-ри-та-та, а, четко все будет. Будет четко. Все будет так, как мы захотим. И я вам желаю того же, на-на-на. Так что такие дела, да. Поэтому все, друзья, вам спасибо за поддержку, за комментарий, да. Если не жалко, поставьте свой лайкос и напишите что-нибудь душевное, да. Все, мы погнали дальше, все увидите, все узнаете. Вперед.
Так, друзья, стоп, все, хватит стоять. Нам нужно срочно этот ролик выпускать, потому что у нас уже такая каша. Я уже не знаю, что я говорил, где я снимал информации. Вот столько работы просто нереально. Мы тонны, наверное, десятки тонн уже земли перелопатили. Вы просто не представляете, что творится во дворе. Он просто весь в земле. Мы все разрыли, там одни ямы. Короче, караул на улицу тоже все повывозили. И это уже произошло, это уже есть, вы это обязательно увидите. Но просто когда я сел, начал обрабатывать материал, если кто не знает, друзья, на обработку видео тоже очень много времени уходит. Практически столько же времени, насколько уходит и на работу. Поэтому вы меня должны понять, я начал обрабатывать, я понимаю, что я не смогу выпустить вам ролик. А у меня уже там набралось, мне люди звонят, я, говорит, уже еду, давай, мы тут продолжаем. Федор, один, второй, здесь я уже за септик договариваюсь. Там я одно отснял, и у меня вот столько информации, мне нужно это сейчас все разобрать, разложить по полочкам. Помимо всего, у меня еще своя работа, документы. Короче, караул. Поэтому я справляюсь. Во время работы я работаю, а думаю совсем уже о другом. У меня тут такая движуха. Поэтому, друзья, если у вас какие-то были вопросы, вы продублировали, я их не нашел или как-то не ответил, обязательно напишите еще раз, а лучше подпишитесь на наш телеграм-канал, и мы там вам обязательно на это все ответим. Пока я не упустил, очень важная информация по материалу отделочному, да, вот который у нас забор. Я сейчас не так давно начали в рекомендацию мне выходить ролики, ну, АМК, да, кто не знает. И я вижу эти ролики, и там просто большие, громаднейшие косяки. Друзья, не делайте этого никогда. Не делайте разметку на доме. И потом вы начинаете этот материал делать отделку. Просто натяните шнур. И все, и проблем никаких нету. Вы понимаете, вы когда делаете разметку, вы вроде идете по этой разметке, смотрите. Края вы стараетесь клей не наносить, чтобы вашу разметку было видно. А если вы плохо наносите, соответственно, у вас кирпичик плохо приклеивается. И со временем все равно вы где-то клеем запачкали, где-то немножечко ушли. Ну или используйте нивелир, лазерный уровень. Ну ладно, понятно, солнышко, может быть, уровень не видно. Кстати, вот у меня уровень обалденный. Забыл бренд, потом покажу. У него ярко-зеленый луч, он даже бывает днем, его видно прям при солнце. И вы начинаете делать отделку данного материала, и чуточку, на миллиметр, если у вас начинается разбег, в конце у вас вылетает просто там, вот так будет. Виражи вот такие. Поэтому не нужно никакой разметки делать. Она вас не спасет на самом деле. Просто, ну хорошо, бомбанули разметку, высчитали уровень. Ну просто натяните шнур. И все, и по шнуру идите. Чик-чик-чик. А колонны, если делать вот эти материалы, если кто захотел, друзья, сложнее в 2-3 раза. Потому что когда у вас сплошная стена, вы натянули шнур и идете по этой плоскости. А когда у вас 4 плоскости, и вам нужно четко выставить на всех плоскостях данные кирпичики, чтобы они никуда не уехали. Пожалуйста, друзья, разметка вас не спасет на самом деле. Просто натяните шнур. И вы увидите, намного все круче пойдет. Сердце аж разрывается. Ну, такие дома, панорама, класс. И там, ну, блин, опять переделывать это гемор, конечно. Я не говорю, что у меня косяков нету. Ну просто шнур, и все, он все решает. Так, дальше побежали, пока не забыл. По цветам. Два куста роз, что мы выкопали, мы пересадили пока в огород. Слева здесь над дорожкой. Вот, они там мешать не будут. Пока пусть будут там. Там еще 3-4 куста поместится. А остальные кусты после технического колодца, они остаются у нас на весну. По весне мы уже посмотрим, что мы будем, как делать, все планировать, что достраивать. Не знаю. Пионы. Там кусты были большие, они уже полусгнившие. Ну как он? Новый растет, потом этот как-то там, вот такие клумбы, я их поразетовал, понакидал туда. Честно, я люблю пионы, но я люблю за постоянную красоту. Вот она вот как роза, они постоянно цветут и кайф. А пионы отцвели, и все, и вот осень, да. Поэтому вам гортензии, по-моему, вы советовали. Я не знаю, что еще будет расти у нас на нашем газончике за двором. Вы еще просто не видели, что там творится. Что там творится, что мы там наделали, что я уже переделал. И там, короче, я же говорю, тут караул, что творится. Просто караул. Вот там. Фотку в телеграм-канал выложил. А это там они не видели. Там просто с краешку заехал мини такой экскаватор. Мы начали копать. Вот. И мы продолжили. Там и темно уже было, мы там бомбили, работали, выкидывали. Идем с опережением. Но я вам так скажу, этот день сегодня я буду отдыхать, заниматься видео, потому что я вот
Я от души поработал, честно слово. Если вы этого не видите, не значит, что это не происходит на самом деле. Но мы поработали прям, ну, конкретно. Вот так мы не работали, наверное, еще никогда. Спасибо за обратную связь насчет септика, насчет вот этих данных станций, там, ЛОС или... И сейчас сильно не углублялся, как они правильно называются. Положительные я получил отзывы, никто ничего плохого не написал. Самый минимальный срок, это у кого они есть, это 3 года, максимальные, по-моему, 10 или 12 лет пользуются данной станцией. Классно, говорит, работает, один раз в год обслуживает, проблем абсолютно никаких нету. Еще вопрос, друзья, как у вас вот соседи залезли к вам, их навес у вас? Вкратце рассказываю, еще раз напоминаю, кто еще не знает, вот рядом со мной соседи, которые находятся, это все был общий план. Вот этот дом и вот этот участок отходил тоже к этому дому. Хозяева долго не могли, как я понял, по рассказам продать данный этот дом. И им кто-то так подсказал, поделите участок, отдельно сделайте. Там рядом сейчас стоящий дом, он жилой дом. Раньше, говорят, это прачечная была. Вот. Продайте его и потом ваш. Они так и сделали, разделили. Великий инженер, вы как видели. Поделили участок, сначала продали его, потом его. Ну, этот дом перепродавался очень много, и тут, как я сказал, ну, тоже с соседями общаемся, почему этот дом тоже не хотели покупать, потому что очень была сильная плесень и сырость здесь, нереально, да? И как я сказал, с плесенью не нужно бороться, всякими средствами, не, нужно, да, соответственно, да? А, плесень, это что? Это влажность, все. Как только мы сделали теплые полы, все, мы забыли про это. Делайте теплые полы, и все, и вся ваша плесень быстренько все пропадет. Приток свежего воздуха нужен. У нас вентиляция всегда стоит на окна. У нас нет такого, что в доме всегда закрыты окна. Все, ответил на все вопросы, друзья. Я побежал, все не успеваю. Просто время ограниченное. Все увидите, все смачно, интересно. У нас продолжается ремонт, стройка. Погода, да, у нас классная, пока позволяет. У нас бабье лето. Ночью очень прохладно, сырость летом, ой, летом, днем прям жара, солнышко, мы прям чуть ли не в шортиках бегаем, скоро загорать будем, у многих, я уже знаю, заморозки, морозы, снега, одевайтесь теплее, берегите себя, пейте горячий чай, смотрите нас, заряжайтесь от нас позитивом, хорошим, приятным, спасибо вам за поддержку, спасибо за голосование, еще раз повторяюсь, кто не знает, наш канал номинирован в премии DIY блогер 2023, номинация называется «Повелитель стройки». Проголосовать вы можете очень просто. Внизу мы оставляем в описании под видео ссылку на голосование. Также ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Голосовать можно каждый день за любимый канал, за любимого блогера по любой номинации, не только за нас, можете голосовать за кого угодно. Еще раз говорю, главное не победа, главное участие, главное ваше внимание. Но мы еще раз сказали, если мы победим, приз нам дадут, мы его отдадим вам, мы сказали, разыграем, пусть будет это вам. Это будет ваша победа, это будет ваш приз за ваше внимание к нам. Вот, это будет круто, я считаю, классно. Может, мы еще от себя что-нибудь добавим и прям сделаем какой-нибудь мега крутой розыгрыш еще там в телеграм-канале проведем обязательно. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, подписываться на Яндекс.Дзен. Поддержите, пожалуйста, наши эти платформы, мы будем вам очень благодарны, мои дорогие. Всех обнимаю крепко, люблю, целую, мы с вами, не скучайте, все будет хорошо, я так понимаю, что видосы будут прям вот в эти дни, наверное, выходить не каждый день, я постараюсь, еще раз говорю, поэтому все, друзья, берегите себя, вам мира, добра, любви, пусть, да, как всегда, все у вас будет хорошо, но мы надолго не прощаемся, скоро с вами обязательно увидимся, всем счастливо, всем пока и берегите себя. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke.
I've been saying many things that are hurtful.